Конные прогулки, танцы, игры в обществе Джека Воробья и других сказочных персонажей. В преддверии Дня защиты детей в Республиканской конно-спортивной школе прошло торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Детей поздравили организаторы мероприятия, члены партии «Единая Россия» и многие другие гости. Подробности у Али Баташева. Пройти испытания до конца, помогая команде завоевать победу. Весело, когда состязания сопровождаются бодрой музыкой. А судьи соревнований – герои фильмов и сказочные персонажи. Джек Воробей, Бамблби, кукла Лол и другие. 8-летний Ярослав Духин прибыл с мамой из Донецка. Игры, танцы и угощения – неизменная составляющая любого праздника. Мы пошли в школу, появились новые друзья. Дети получили тоже позитивные эмоции. Все достаточно хорошо сложилось. Да. А что тебе здесь понравилось? Природа? Природа и друзья новые. Детей поздравили организаторы мероприятия, партия «Единая Россия» и приглашенные гости. Желаю мира, счастья и благополучия, чтобы ваше юное детство было прекрасным. А вы со своей стороны постарались, слушали своих родителей. Хотел бы пожелать вам всем самое главное здоровье, и чтобы таких мероприятий в жизни каждого из вас было как можно больше. Любителям аквагрима художники наносили различные рисунки, а кто не хотел участвовать в конкурсах, могли любоваться показательными выступлениями воспитанников конно-спортивной школы «Черкесска». 10-летняя Настя Павличенко приехала из Донбасса. Первый раз в жизни тут. И что тебе здесь больше всего поразило, может быть, удивило? Горы, природа, все озеро такое красивое. И школа. У тебя уже даже новые друзья появились? Да, да. Как их зовут? Фатима, Маша, и Адей, и все другие еще, Амина. Для желающих прокатиться верхом были организованы конные прогулки с участием инструкторов. А в завершении торжества всех без исключения гостей ждало праздничное угощение. Забота о детях, их воспитание является важной задачей не только для родителей, но и для государства. Поэтому у нас в Карачаево-Черкесии этой дате также придается очень серьезное значение, подтверждение этому сегодняшний праздник. Для кого-то из ребят этот праздник останется не просто приятным воспоминанием, но и началом знакомства с удивительными животными, которые сопровождают человека на протяжении тысячелетий, отмечают организаторы. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.